Привет всем! В эфире наша постоянная рубрика «Слово дня». Сегодня, как всегда, мы узнаем очередное интересное слово, а именно, что обозначает слово «партитура». Стало интересно? Понеслась! Что такое партитура? Не знаю. А, ассоциация. С чем слово ассоциируется? Какие у тебя варианты? С паркуром почему-то. С паркуром? Партитура. Как вы думаете, что это такое? Доска объявлений, типа, что такое. Театральное, типа. Вот. Ага, понятно. Возможно, скажу глупость, парта. Это с партой, да, связанное? То есть школьная, ученическая парта. Угу. Просто вот так вот, тупо вот парта. А как вы думаете, девушка? Я никак не думаю. А чё? Не хочу. А что вы думаете? Отпуске. О чем? Вы о морьке думаете, да, наверное? Да, о море. Пляж там, да? Угу. Да. Песочек. А вы, когда говорите тост, вы подкручиваете усы? А сейчас я хочу... Я не пью, поэтому тосты не говорю. Вас зовут, наверное, Николай? Нет. Второй? Нет. А какой? Стас. А, вас зовут Стас. Да. Стасов не было никаких, я не знаю. Нет. Цари, Стасов, Станислав. У нас был город такой. What do you think about word partitura? What does it mean, this word? I understand this word. Я не думаю, что он знает. It's hard word. Very hard. Может, какое-то равенство? Партитура равенства полов, равенство чего там еще может быть? Религии, нации, прав. Если паритет это как бы равенство, то партитура, наверное, тоже где-то в этом где-то рядом. Еще один вопросик, сейчас я вам его задам. А, вот, собственно говоря, как можно похудеть лежа на диване? Не есть. А еще? Еще не есть. Смотреть фильмы ужасов, наверное. Или бояться. Просто политику смотреть. А, политику смотреть, да, новости, переживать, нервничать, новости, и, соответственно, да, худеть. Да, желательно российские новости. Ну да, не только будешь худеть, а еще немножко будешь сходить с ума. Да, вот так. Вот. И поменьше кушать. Какой-нибудь нестандартный нам совет дайте. Ноги поджимать. Ноги поджимать под подушкой, да? Да. С женой вместе. Да, с женой вместе. На диване. На диване тоже можно похудеть. Конечно. А если не с кем? А что, так бывает? Ну, бывает иногда, да, случается. Когда хорошо. Не худеть? Когда не худеть? Рот скотчем заклеить. Я уже 2 месяца лежу на диване, еще не худаю. Сейчас не худаете, да? Итак, партитура, ваша ассоциация. Чем это может быть связано? Партитура? По-моему, это что-то из музыки. Что-то правильно, а что конкретно? Какой-то инструмент музыкальный. Там, или... Может, это ноты? Может быть, это ноты? Это расположение нот где-то. Такая штука, где указаны ноты у музыканта. Ирина, вы абсолютно правы, вы, наверное, музыкант. Нет. Играете на тромбоне? Нет, ни на чем не играю. На нервах играете? Ну, на этом могу. Чуть-чуть, да? Ну, как любая девушка. Спасибо вам большое, Ирина, проходите. Всех вам благ. Ура-ура. Groovy.